Всем привет, дорогие друзья, с вами Смайлик Пой. Сегодня я вам покажу, как скачивать вот этот. Это очень слишком просто. Как говорится, что надо вам не только что его установить, а электронную почту, и вам пойдет там сообщение кое-что. Короче, да, вы, допустим, это сделали. Ну, то есть запустили, да? Запустили. Нажимаете именно сюда. Не на какую-то фигню там. Не на какую-то вот эту. Это фигня, ребята. Все тут фигня. Вот именно не этот. Именно надо, чтобы у вас было вот это. Потому что здесь, если вы добавите нож, то это вам будет в инвентарь именно. Вот вы нажимаете сюда, установить и модификации, потом нажимаете не только это, а еще вот это, чтобы вам, чтобы у вас игра не влетала, то что вам надо зайти вот в эту защиту, основные компоненты защиты, выключаем все, ну здесь. Основной компонент защиты, если у кого есть защита. И все. Чтобы вам не писали то, что вам надо выключить это, вы делаете это сразу, потому что недостатки игл может быть повреждены. Ну, не знаю, для меня как вам. Смотрите, ребят, это вам надо будет все делать. До повторного подключения. Все, это вы закрываете. Потом запускаем игру. Ждем основания игры. Ну, когда она запустится. Ребята, вы, если что, поставьте паузу. Там написано то, что если вы будете долго играть, то у вас может будет вылетать игра. Смысл в том, что разработчик скинченджера не обновил не все скинченджеры и читы. Потому что не только там есть скинченджеры, а есть читы. Но это вы должны решить. Потому что от читов зависит вагбан. Если вы получите вагбан, то что вы уже должны будете не покупать прям статус, а КС прям. Это будет около 2000, и то это надо придется делать. Короче, у вас, да, допустим, вот это. Ваша ментая пусть, давайте добавим первый предмет. У вас, допустим, вам хочется, допустим, нож. Нож бабочка именно. Не какой-то там. Вот, допустим, я хочу волны. Нож бабочка, вот это. Добавить. Он у меня добавился. Вот. Не только... О, да! Это фейк. Вы заходите сейчас в... Как ты? Ну, можно тренировка с ботами. В... обычный режим, допустим, я хочу в Dust 2 без ботов. Заходите, и у вас все работает. Но чем минус в том, что у вас будет некоторое время вылетать игра, потому что, как бы сказать, вы не на время зайдете, потому что разработчики, ну, как я говорил, разработчику надо обновить скинченджер, либо что-то там добавить, потому что CSGO где-то позавчера, либо не позавчера обновился, и теперь надо скинченджер обновиться этому. И все. Ребята, я честный, у меня честный канал. Вам могут в некоторых видео пиздеть. Ну, есть шансы к тому, что это 20% к пизденью видео. То, что, о да, он будет еще работать в, типа, любых с игроками и не с игроками. Потому что
Это уже пиздение, как раз. Ну, это многие так считают. Пиздение еще минус в том, что это нельзя. Там, допустим, я сейчас заспавню нож, его нельзя продать. Если вы хотите продать нож, то у вас этого не получится. Вот, у меня все. Нож показан, да? Все это уже знают. Вот. Не то, что о, у тебя дебильный канал, вот. Короче, вы любой скин выбираете. Допустим, я хочу вот этот. Вы добавляете, только наклейки есть, главное добавить. Поиск вой. Пишите вой, я не знаю как. Но придется вам писать именно вой, потому что он как бы не... Нави тогда. Вам придется хоть вот этот, блин, добавлять. Вот этот. Потому что я честный пацан. Меня никто не должен обижать. Потому что, блин, если вы хотите сказать, ой, у тебя неинтересный канал, то так... Да, проваливайте просто так. А так тупо зачем? Зачем смотреть канал, когда у тебя, допустим, нету вообще. Вы нажимаете вот это. Короче, как говорится, добро пожаловать на мой канал, потому что это придется... Все это делать не очень так просто. Глок. Вы хоть любой глок выбирайте. Это ваша жизнь, ваша судьба. Я хочу вот это, потому что именно вот этот у меня должно быть. Вот, допустим, я нажал, да? Это у вас не произойдет, потому что надо обновить. Обновить. Вам придется обновить. И все. Перчатки. Как добавить перчатки, это вы уже ясно видели, какой вы хотите, какой выбираете. Я хочу... Ну, я хочу, мало чего хочу, но я просто выберу какое-то говно, и все. Потому что мне не нравится выбирать перчатки, которые... Именно надо будет. Перчатки. Их нельзя продать будет. Потому что надо именно это все делать, все. Вам это придется обновить, как раз. Купить дигл. И все, у вас это все будет. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.